Друзья, находимся у светофора. Новинок, сразу говорю, очень много. Смотрите, завезли виноград на кисточке зеленый. Нужно теперь его самому взвешивать. Цена за килограмм 132,90. Виноград зеленый Кыргызстан. Ну, неплохо, цена хорошая. Такие вот веточки приятные, виноград. Не порченный, приятный, хороший. Во какой. Замечательный просто. Просто замечательный. Это по сравнению с нектаринами, это просто огонь, а не виноград. Нектарины завозили какие-то гнилые, груши тоже. 132,90 виноград. Пойдемте дальше. Новинок, сразу говорю, очень много. Завезли разного сыра. Снова завезли сметанковый, только он раньше здесь стоил 350, по-моему, за килограмм. Сейчас уже 479. Но сыр хороший, сыр вкусный. 308 рублей такой вот огромный кусок. Мне его на месяц хватит. И сыр, видите, тоже был, тоже завезли снова. Цена такая же, 479,90. Тоже вот кусочек на 300 рублей. На 319. Огромные куски. А не так давно завезли еще гауда сыр. Я честно говорю, не пробовал, не видел даже в обычных магазинах. Вот цена у него такая же, 479,90. Тоже кусок на 300 рублей выходит. А вот эти сыры были. Королевский 559 и Раклет 534. Они тоже на 300 рублей в среднем. Вот, друзья, вижу еще интересные две новинки. Бутерфиш горбуша. 200 грамм. Бутерфиш горбуша с чесноком. Такая вот Европром производитель. То ли консерва, то ли что это, непонятно. Ну, какой-то паштет, скорее всего. Честно, я скажу, не знаю, напишите в комментариях. Ну, мне кажется, просто на хлеб мажется и все. 82 рубля 90 копеек он стоит. А еще есть паста. Они идут разные. Есть из красной рыбы, из белой рыбы, из кальмара. Выглядит из красной рыбы вот так. Из белой рыбы вот так. Из кальмара практически так же, как из белой рыбы. Картинка, конечно, приятная. 150 грамм, 74,90 цена. Смотрите, завезли даже чеснок. Цена за килограмм 121,90. Вот тут два пучка выходит на 45 рублей. Но это, в принципе, нормальная цена. На самом деле, я бы сказал, прям отличная. Чесночок такой хорошего размера. 45 рублей, вот, две штучки, они связаны. Если дешевле получается, 31 рубль. Но цена прям вообще отличная. По сравнению с обычными магазинами, это прям вообще шикарно. Смотрите, друзья, снова новые полотенчики завозили. Завезли. Завозили. Так. Вот такие вот вафельные полотенца. Раньше они здесь стоили, кстати, по 24 рубля. Сейчас уже 73,90. Хлопок 100%, размер 40 на 60. И вот такие вот огромные полотенца еще завезли. Махровые. Очень, кстати, приятные, такие мягенькие. Хорошего качества сразу видно. Фиолетовые, такие черно-коричневые, серые и зеленые. Ну, зеленые прям очень мягкие на самом деле. Размер у них 70 на 130 сантиметров. Хлопок 100% состав. Цена вообще подарок. 403,90. Смотрите, завезли еще наполнитель для кошачьего туалета. Наполнитель для кошачьего лотка силикогелевый. 3 литра объем. Цена 289,90. Не знаю, цена нормальная или нет. Но недавно здесь был наполнитель древесный. 5 литров за 57 рублей. Стоял он здесь. Уже все разобрали. Этот, мне кажется, долго здесь будет стоять. Потому что люди идут экономить. Как-то цена не очень низкая, мне кажется. Еще, друзья, появились новые полотенца. Вот эти были, получается. Вот эти были, а появились вот с такими полосками. Их не было. Размер тоже 70 на 130, хлопок 100%, но цена подешевле, 376,90, но мне вот эти понравились больше, если честно. И завезли еще маленькие, 50 на 80 сантиметров, 164,90, вот так куда-нибудь с собой брать, само то. Для рук пойдет тоже, небольшие такие хорошие полотенца, качество хорошее, есть вот синего цвета, есть зеленого, есть оранжевого, 164,90. Друзья, недавно завезли новые сковородки. Я их уже показывал, покажу еще раз. Сковородки просто отличные. Вот есть серые, коричневые. Почему-то коричневые, кстати, полегче, не знаю почему. Вот такая. И черная. Называется это сотейник литой. В ассортименте сковорода с антипригарным покрытием, ручкой с покрытием, soft touch, 26 сантиметров размер. Ой,
цена 979,90. Смотрите, завезли еще картофель. Картофель для жарки. То есть это не картофель фри, это просто чищенная, порезанная картофель. Чтобы просто выложил на сковородку и пожарил. Не надо ничего чистить. Но цена у него, конечно, в 3 раза дороже, чем у обычного картофеля. 150 рублей килограмм. Обычная картошка стоит рублей 50, наверное, сейчас. И вот такие вот еще овощи для жарки с картошкой и грибами. Ну, здесь видно очень много морковки, картошки. Примерно столько же, но грибов по минимуму прямо. Тоже вес килограмм. Цена 161,90. Мороженое, друзья, тоже снова завезли. Анкен Гольд. Вот это я покупал. Очень вкусное. Прям, я не знаю, прям, действительно. Если есть оно в светофоре, берите. Хоть и стоит оно 50 рублей, 58 грамм. И есть рожок дешевый, но он мне, честно, не очень понравился. Но я пробовал другой, он был черный, этот светлый. Этот с ванилью, наверное, да, этот с ванилью. А я пробовал какой-то черный он был. Давненько его сюда завозили тоже. Соленой карамелью и ванилью. 36 рублей всего. Был в Владивостоке, в светофоре. Там были такие мидии. Вот и до нас доехали. Мидии в ракушке. Готовое блюдо на 6 минут. Дальневосточный продукт. Вот с Владивостока, видать. Ну, может, с Камчатки. 400 грамм. 212,90. Откуда они? Россия. Акварион. Акварион. Акварион какой-то. Не знаю, мне кажется, где-то с Владивостока или с Дальнего. Или с Камчатки. Смотрите, друзья, не менее интересная новинка. Это вермишель фунчоза. Может, кто-нибудь ел салат, но я ел с нее салат. Очень, кстати, вкусно. Интересно, с нее можно дома самому приготовить точно такой же салат, как в магазинах? Напишите в комментариях. Если можно, я обязательно ее куплю и приготовлю. 110 рублей полкилограмма. Снова груши появились. На этот раз хорошего размера. До этого были маленькие. Сейчас нормального размера. Вот средний пакет выходит на 133 рубля. Цена за килограмм 133,90. Ну, тоже есть, конечно, маленькие, но есть и большие в этот раз. Смотрите, друзья, какая интересная новинка. Популярные чипсы завезли в светофор. Читос. Шарики, краб. Кстати, в обычных магазинах я такие упаковки не видел. Это, скорее всего, какая-то новинка. Серьезно, не видел такие чипсы в обычных магазинах. Хоть постоянно захожу в чипсный отдел, где там чипсы, кириешки, к пенному что-нибудь себе покупаю таких. Ни разу не видел. 80 грамм, 52,90. Завезли еще клубнику замороженную. Быстро замороженную. Вес 1 килограмм. Цена 219,90.